Здравствуйте. Хочу во-первых, хочу поблагодарить всех участников чудесного фестиваля. Я получила огромное удовольствие. Совершенно не лукавлю, говорю чистосердечно. Я очень многое для себя открыла, насладилась, многое подчерпнула. Вот видите, у меня тут такой лист, я прямо какую-то аналитическую работу фактически прям по ходу создала. Готова переговорить отдельно с каждым участником, участницей, с каждой из цариц. Потому что каждая девушка, которая царила сегодня на этой сцене, безусловно, царица. И не только ночи, дня, полудня, рассвета, заката и всех-всех-всех времен суток. Но фестиваль есть фестиваль, и конкурс есть конкурс. И как ни крути, существуют вот эти пресловутые баллы, пресловутые вот эти очередность мест. Первое, второе, третье и даже четвертое место. Итак, волнением в груди, сердце и горле хочу отметить и по итогам жюри объявить почетное четвертое место в фестивале «Царица ночи». Удивительно мощный коллектив. Почему мощный, сразу скажу, потому что когда вот я слушала коллектив этот, о котором сейчас идет речь, прямо за что я им благодарна, они дали моей фантазии дорисовывать. Потому что вот когда видишь на сцене всего три человека, во-первых, какая ассоциация, конечно, группа Мьюз, думаю, вот это да, вот это прямо группа Мьюз. Вот, ни одного, так сказать, живого барабанного звука, какая мощь, да? И ты представляешь, что вот как было бы здорово, когда здесь бы сидел прямо живой барабанщик и играл бы здесь вживую. А нет, все это дорисовывает мое воображение. И за это я им говорю колоссальное спасибо, да. Я смотрю на эту хрупкую девушку с потрясающим декольте. И мое сознание дорисовывает дальше и дальше и дальше все остальные прелести этой хрупкой фигуры. Я слушаю ее вокал с ее потрясающей тесситурой. И где вот эта фальцетная зона ее, она так с лихвой, с обычной зоны, с фальцетную взмывает, обратно возвращается, взмывает. И я, конечно, вспоминаю Наталью Гулькину. И думаю, боже мой, как бы этот вокал прекрасно бы спел какую-то эстрадную песню, там, музыка нас связала, тайны наши стала. Вот. А я слышу совсем другое. Я слышу совсем другое. Я слышу призыв. Я слышу мрачный декаданс. И как во мне все это уже, вот этот когнитивный диссонанс во мне просто взрывает меня изнутри. И, конечно, это почетное четвертое место. Коллектив под названием «Полярное солнце». Да, это вот эта мощь вот этих 158 баллов. Прошу заметить. Дальше. Значит, смотрите, что дальше. Дальше очень сложная ситуация, потому что участники, такие как Бильбао, Гели Тишина и Парк Шагал, значит, по-своему очень хороши. Но начну с Бильбао. Фантастический, готовый коммерческий продукт. Люди, которые абсолютно профессионально могут зарабатывать деньги своим прекрасным шоу. Великолепный внешний вид. Я даже подумала своим ребяткам тоже надеть красные бабочки, красные подтяжки, выдать всем одинаковые кеды. Прекрасно выглядят. Совершенно, да, фантастический трубач, значит, Тебенькова увольняю. Он меня не подпевает. Да, так как это подпевал, да, в прекрасной группе Бильбао. Значит, фантастическое звучание трубы с процессором, с
сразу звучит целая пачка вот инструментов. А один музыкант играет, а звучит почти как прямо оркестр. Вообще замечательно, переманю к себе. Значит, я бы на месте Тебенькова бы сейчас очень волновалась. Да, ну ладно. Вот, совершенно прекрасно дополнял, не то чтобы оттенял, наоборот, фактически создавал шоу. Это был фактически дуэт. И поэтому, как бы рассматривать солистку Бильбао, как вот царицу ночи, это, да, все замечательно. Но это уже дуэт, это коллектив. Вот, это я бы даже сказала дуэт. И поэтому я бы вот этот коллектив вообще бы поставила так немножко сепаративно, отдельно. Вот отдельно, потому что это готовый, прекрасный, музыкальный, коммерческий продукт. Это профессионалы. Вот, пока ограничусь. Вот это, да, это прекрасные. 208 баллов набрала группа. Дальше. Значит, весь дальше, дальнейший сыр-бор, это, конечно, между Парк Шагалом и Гели Тишина. Мы чуть не подрались там. Потому что Оленька Виор поставила аж 55 баллов, а всего максимальное количество за каждый пункт, который здесь предложен. А, извините, я же вам не огласила. Смотрите, значит, мы должны были оценивать каждую участницу, каждую группу по следующим категориям, по следующим группам. Сыгранность коллектива, первое. Второе, вокальное мастерство солистки. Третье, сценический образ, аутентичность внешнего вида и репертуара. Четвертое, креатив. И пятое, группа поддержки. Так вот, то, что касается сценического образа, Парк Шагал и Гели Тишина не отличались от особой стилистичности. В общем, кто во что гораздо был одет. Но, конечно, у Гели было совершенно фантастическое вот это шоу с таким легким раздеванием, да? Когда, знаете, брюки превращаются в элегантные шорты, в данном случае в куртку, а потом просто в футболку. Отличный прием в виде шоу. Беру на заметку, кстати, да. Вот, и поэтому вот в плане стилистически, конечно, Бильбао равным здесь не было. Вот, поэтому тут... Что касается вокальной тесситуры, именно вот тут уже таких, если я вообще вправе говорить о профессиональной вокальной подаче и данными, значит, фантастические природные данные и у другой девушки. Прекрасная тесситура. То есть я сначала думала, сопрано и там, ни черта подобного. И альтовая прекрасная тесситура выражена, особенно у Гели, и прекрасная сопрано выражена у Парк Шагал. Вот. Поэтому тут фактически равные данные. Но стилистически мне нравится полистилистичность. У Гели, конечно, она шалит, она играет, она может петь по-разному. Конечно, я услышала влияние некоторых исполнительниц, нам хорошо известно. Это, так скажем, читается. Это где-то, ну, такое подспудное, это где-то даже, может быть, малоосознанное или вообще неосознанное влияние, но оно вот так вот и прорывается, там, эпизодически. У кого-то больше, у кого-то меньше. Вот. Но, тем не менее, хочу отметить, что фантастическая лирика, поэтика, которую, кстати, вот отметила Оленька Виор у группы «Парк Шагал». Прекрасная лирика, великолепное исполнение стихов. Человек, который иногда читаю стихи, позволяю себе читать стихи со сцены, я отмечаю прекрасное чутье, очень музыкальное исполнение поэзии. Это прекрасный бонус, это прекрасное украшение программы. За это как бы отдельный респект и спасибо. Вот. А что касается Гели, ну, тут... Я бы, конечно, прическу поменяла. И вообще я бы поменяла бы кое-что. Почему говорю? Потому что именно Геля Тишина, если вот говорить о всех участниках, именно ее бы я взялась продюсировать, если бы об этом вдруг зашла речь. Группа «Гели Тишина» заняла все-таки второе место по сумме баллов уважаемого жюри, а это 217 баллов, а группа «Парк Шагал» 227. То я со своей стороны прямо тут же, не отходя от кассы, объявила приз симпатии председателя жюри, то есть меня. Вот. Он очень простой.
Коллектив Сурганова оркестр, Сурганова студия предоставляет возможность воспользоваться инструментами для записи следующего сингла или альбома группе «Еле тишина». Возможно, и какие-то другие поддержки, мы это все обсудим обязательно. Вот. Но то, что девчоночки все молодцы и действительно удивительным образом зарядили меня энергией, причем такой хорошей дозой после там, двух перелетов, там, всяких недавних выступлений моих. Вот. Я прям полна жизни, полна энергии, у меня прекрасное настроение. Я прямо благодарна Петечке Малаховскому, Лене, простите, не знаю вашу фамилию, которые, собственно, меня на это подвязали, подрядили. Спасибо за доставленное эстетическое удовольствие. Спасибо огромное всем, кто поддерживал своих любимых исполнителей. Все. А теперь главное, теперь дипломы. Как можно ближе. Не ко мне ближе, к себе. Давайте мы вам все-таки поможем, да? Итак, мы приглашаем на эту сцену первым делом полярное солнце! Встречаем, друзья, бурными аплодисментами! Спасибо вам огромное! А мы можем пригласить всю группу для того, чтобы сделать фотографию? Приглашаем всю группу, друзья! Нет, так вся группа не придет. Громче! Отлично! Я их не знаю. Хорошо, мы приглашаем сюда, на эту сцену, группу Бильбао! Переходит. Внимание!
все будем раздавать позже, но сейчас хочется особо отметить друзей фестиваля. Мы очень рады, что у нас есть такие друзья. С такими друзьями фестиваль точно не пропадет. Поддержку, за участие, за подготовку, за помощь в подготовке проведения Ольгу Виор. Да. Я благодарна всем участникам за замечательный праздник, который сегодня у нас состоялся. Все царицы, несомненно. К организаторам у меня одно дополнение. Я хотела бы, чтобы отдельной номинацией стояла текстовая составляющая, чтобы вот текст оценивался, потому что в рок-музыке это протестное движение, слова очень важны. Здесь не только соло на гитаре, ударники сильные, да, но слова очень важны, и важно, чтобы было слышно. Это тоже. Поэтому, собственно, «Парк Шагал» у меня отдельно плюс 5 за слова. Вот, от меня подарочек. Спасибо огромное, участники. Давайте мы с вами живописную картинку создадим какую-нибудь для общей фотографии. Скорее, живописную. Давайте, обнимаемся все дружно. Еще я немножко два слова добавлю, уже много было сказано. Первое, хочу выразить большую благодарность Лене Кораблевой, которая на своих хрупких плечах вынесла всю эту административную часть. Вот, без нее ничего бы не вышло. Я хоть и придумал этот фестиваль, но вот то, что здесь сегодня происходит, это очень в большой степени ее заслуга. Личное спасибо ей. Спасибо Свете, что она откликнулась быть жюри. Это лучший председатель жюри, которого можно было бы только себе вообразить. Фестиваль не заканчивается, заканчивается этот сезон. С сентября мы начнем отборочный тур. Я надеюсь, что он будет продолжаться, развиваться и расширяться. Так что мы не прощаемся, мы говорим, так сказать, мы уходим на каникулы, а с осени мы продолжим все это дело. Ну что ж, друзья, победители названы, подарки получены. А на эту сцену мы мы прощаемся с нашими участниками, мы вас спускаем, а на эту замечательную сцену мы приглашаем волшебную, чисто женскую группу Helium Jam. Встречаем, дорогие друзья! Это уникальная группа, инди-рок группа с женским характером, полностью женский состав группы, редкое явление на нашей российской сцене. Выступления Helium Jam в Германии, Швейцарии, Польше, Эстонии доказывают, что если песни эмоциональны и честны, то они затронут сердце любого человека, дорогие друзья.